Всем привет! Меня зовут Авами Лиса, и сегодня я покажу вам, чем отличается корейская декоративная косметика от европейской. Какая косметика лучше и почему? На левой стороне корейская косметика, на правой европейская. Досмотрите видео до конца и напишите, какая вам нравится больше. И, кстати, обязательно подписывайся на мой канал, включай себе колокольчик и давайте приступим. Наш макияж мы будем начинать с базы. Вот у меня целых две базы. Одна корейская, другая европейская. Корейская от фирмы The Siam, а европейская от фирмы Maybelline. Давайте начнем с корейской стороны. В корейской базе есть SPF 30, поэтому она также работает как санблок. База довольно белого цвета, но наносится очень легко. Пахнет какими-то духами. Особенность корейской базы под макияж в том, что она не просто подготавливает кожу к нанесению макияжа, но также и защищает вашу кожу от ультрафиолетовых лучей, скрывает видимые неровности и недостатки кожи, а также заботливо ухаживает за ней и питает. И это относится как к моей базе, так и к любой другой. Редко вы найдете корейскую базу под макияж без SPF-фактора и ухаживающих свойств. А теперь европейская база от Maybelline. Европейская же база работает именно как база. Она не защищает кожу, а только подготавливает ее к нанесению макияжа за счет, как правило, очевидной силиконовой текстуры. Тональный европейский крем и корейский BB-крем отличаются между собой плотностью и ухаживающими свойствами. BB-крем сам по себе куда менее плотный стандартных тональников, и это идеальный выбор для тех, у кого изначально неплохая кожа. Кстати, BB-крем я всегда наношу именно таким способом. Мне почему-то так удобнее, и мне кажется, его потом будет приятнее растушевывать. Кстати, к слову о растушевке. Растушевывать я ее буду вот таким вот спонжем с Гудатамой. Это, опять-таки, корейская фирма. Также BB-крем можно наслаивать. Например, первым слоем мы выравниваем тон кожи, вторым – скрываем локальные недостатки. Мой BB-крем от Secret Key обладает матовым финишем, но не выглядит безжизненной маской. Тональный крем же сам по себе более плотный, и он способен замаскировать все недостатки кожи, особенно если наносить его на базу. Но тут есть парадокс, BB-крем может существовать как отдельный продукт, тональный же крем не всегда. Например, на неподготовленную кожу, на кожу с проблемами, без базы тональник может ложиться кусками. Контурирующие стики – это вообще мега вещь, особенно если хорошо уметь их растушевывать и главное понимать как. С этой стороны я буду делать контуринг корейской фирмы Secret Key, и я буду убирать свою линию подбородка, делать его более плавным и подчеркивать вот эту вот зону. То есть, ну, короче говоря, буду сужать лицо. И также немного у подбородка. Вы знаете, я сейчас немножко в шоке, потому что этот стик, он пахнет персиком. Ни разу не видела такого, чтобы какой-то корректор пах, имел вообще какую-то отдушку. Но это очень странно и прикольно, то есть сначала не понимаю, что происходит. Корейский стик для скульптурирования очень гигиеничный, что ли, ведь для его растушевки даже не обязательно пользоваться спонжем или кистью. Пальцами он тушуется на ура. Я, правда, все равно буду использовать спонж, но исключительно видео ради. Европейский контурирующий стик не имеет, конечно, вообще никакого запаха, но он более приятен тем, что у него есть целых два цвета. Как бы и хайлайтер у него есть, и, собственно, цвет более темный для затемнения некоторых участков. Ну что ж. Европейское средство для контурирования руками не нанесешь, так как текстура более плотная. Вот что получилось. Вы уже начинаете видеть разницу? Тени для меня один из самых важных продуктов, поэтому очень интересно будет показать, как выглядят разные тени в примерно одинаковых цветах. С одной стороны у меня будут розовые корейские тени, с другой стороны у меня будут розовые европейские тени. Это мои классические цвета, которые я использую для своего повседневного макияжа, поэтому я хочу именно их вам сейчас и показать. Корейские тени, как и любая другая корейская косметика, дают не только внешний эффект. Так, в состав многих теней, как и тех, что у меня, входят витамины. Например, витамин Е и минеральный комплекс, который устраняет жирный блеск, делает кожу матовой. Здесь могу сразу сказать, что как только ты кладешь европейские тени на веко, они сразу выставляют свой пигмент, и нам не нужно несколько раз еще дополнительно зачерпывать цвет. То есть они наносятся более просто. Теперь давайте посмотрим, как будут наноситься наши ярко-розовые цвета. Пока я снимала этот рефил и хотела продемонстрировать вам цвет, кот делал кусь. И еще раз кусь. Всем кусь. Вообще корейская декоративная косметика сама по себе очень легкая, и дело в том, что в корейском подходе декоративная косметика вторична, первично ухаживающая, и там пропасть между корейским и европейским уходом просто огромная. Ставь лайк и обязательно делись этим видео в социальных сетях с друзьями, если хочешь узнать, чем отличается корейская уходовая косметика от европейской.
самое время подчеркнуть наши ресницы. И тут сразу хочу сказать, что почти любая европейская тушь даст вам эффект драматичных глаз. Черный цвет будет глубоким черным, и вы получите как объем, так и удлинение и яркость. Европейская тушь от Maybelline с супер необычной щеточкой. Она, кстати, из списка моих фаворитов. И обязательно посмотрите мое прошлое видео, где я рассказываю вам про мои косметические фавориты. Ссылочка будет в описании. Там я рассказываю о косметике, которой пользуюсь сама, и почему я отдаю предпочтение именно ей. Если честно, я в шоке от того, какой натуральный эффект дает корейская тушь. Мне кажется, это лучший вариант для тех, кто не любит очень яркие и драматичные ресницы. Она просто очень нежно ложится, к тому же она не грязнит века. Как вы видите, когда я делала европейскую сторону, я 500 миллионов раз умудрилась испачкать свое что нижнее, что верхнее веко. Да, я, конечно, понимаю, что есть такой эффект криворукости, но тем не менее. Мы же все с вами непрофессиональные визажисты, как правило. Вот, и как непрофессиональным визажистам хочу сказать честно, что корейская тушь гораздо-гораздо лучше. Отличием корейской косметики является натуральность, поэтому корейская косметика идеально подходит людям с чувствительной кожей. Кстати, конкретно эта тушь также не требует никакой химии для смывания. Теплая вода плюс ватный диск – все, что нужно, чтобы снять эту тушь. Ну что ж, самое время приступить к бровям. Начнем с корейской стороны. И тут я сразу что хочу сказать, что очень неудобно, то что у этого карандаша, к сожалению, нет щеточки, поэтому мне придется использовать другую мою щеточку. Ну, вы знаете, я готова простить моему карандашу тот факт, что у него не было в комплекте щеточки, потому что настолько хорошо наносится, настолько хорошо растушевывается. Просто я реально кайфую, мне безумно нравится. И европейская страна. Если вы не знаете, где купить корейскую косметику или ищете для себя новый любимый магазин, то посмотрите в магазине Lucky Shop, там, где приобретаю косметику я. Ссылочку на него я оставлю в описании, как и все продукты корейской косметики, которые были тут использованы. Теперь предлагаю замазать нам все наши косяки при помощи наших двух корректоров карандашей. Корейский и европейский. На всякий случай решила его понюхать, и знаете, я сижу и опять офигеваю, потому что он реально пахнет, он тоже пахнет. Каким-то персиком, смешанным с розой. Что-то вот такое, очень приятный запах. Да, очень хорошо растушевывается, даже несмотря на то, что я растушевываю не кистью, а пальцем. Кистью было вообще идеально. Ну, давайте наши синяки тоже закрасим. Корейский консилер обладает светоотражающими частицами, поэтому он дополнительно маскирует все недостатки кожи, будь то темные круги под глазами, будь то прыщики. Европейский корректор супер плотный, им можно нарисовать все, что душе угодно. Ну, например, сузить губы или закрасить брови и сделать их там ультратонкими. Но вот замазать синяки под глазами у вас точно не получится, уж больно плотный. Что ж, самое время перейти к румянам, это, мне кажется, самое интересное сейчас будет. Начнем с корейской стороны и с румян Пушона. Почти вся корейская косметика менее пигментированная европейской, но никак не румяна. У нас, в отличие от азиатских стран, нет культа бэби-фейс, поэтому для нас румяна вторичны, и текстуры, как правило, куда менее плотные, а там все с точностью да наоборот. Поэтому ища себе румяна, которые будут видно и которые будут выглядеть максимально естественно, это корейской косметики. Румяна капельки от Gouache выглядят супер естественно, но мне очень не хватает пигмента, даже для супер нюд макияжа мне одного слоя мало. Теперь я буду сухими румянами проходиться вдоль той линии, что наносила кремом, чтобы усилить цвет. Я выбрала именно оранжевые румяна, потому что для меня сейчас это какая-то нежная любовь. Я прям дико проникаюсь оранжевыми румянами и красноватыми румянами. Я думаю, если вы когда-нибудь однажды сами попробуете так себе сделать, вы потом тоже будете оранжево-румяным маньяком. Да, что-то я не ожидала, что они будут настолько пигментированными, ну ладно. Очень-очень пигментированные. Сейчас я постараюсь это растушевать, в крайнем случае буду растушевывать с пудрой, потому что я не ожидала, что они настолько крутые. Сейчас возьмем наши европейские румяна хайлайтер, опять-таки список моих любимчиков, и будем прорабатывать ими. Видите, эти ложатся гораздо деликатнее,
Но для меня это минус, потому что если вот этим я могу одним, так скажем, набором на кисть теней нанести на всю себе зону и как бы просто потом растушевать, мне будет достаточно, то здесь мне придется очень много средств использовать. А это значит, что оно будет, ну, скажем так, быстрее тратиться, нежели чем корейское средство. Ну и плюс, конечно же, пигмент. Хочется чего-то поярче, но вот эти такую яркость нам не дадут. Ну что ж, теперь у нас осталось самое последнее, это губы. Для начала начнем с контура губ. С контуром в европейской косметике все очень просто, так как у нас в фаворите четкая очерченная линия. Найти себе карандаш в любом цвете и текстуре – это не проблема. Мой карандаш от MAC хорош всем. И, в принципе, я не помню такого, чтобы у меня был негативный опыт с карандашами. Ну, разве что иной раз они сушат губы. С этой стороны у нас есть еще кисточка, чтобы аккуратненько растушевать. Кстати, кисть довольно острая, и это очень удобно, потому что у нас получается с вами очень такое прям приятное покрытие, и мы можем корректировать все наши косяки, и можем, в принципе, хорошо так вот, ну, именно линию нарисовать благодаря этой кисточке. Также в моем карандаше только натуральные компоненты, например, воск и витамин Е, которые сводят шансы того, что губы карандаш подсушат почти к нулю. Теперь, конечно же, я беру тинт, с этой стороны я беру корейский, такой кислотно-розоватый, и наношу. С этой стороны европейский, но я взяла красный тинт, потому что розового у меня не было, и его я буду наносить уже иначе. Я просто нанесу одну каплю, и теперь пальцем буду его вбивать, потому что он куда более кислотный, чем тот, что с правой стороны. Теперь я хочу при помощи наших супер этих карандашей-корректоров немного скорректировать форму губ, потом мне не нравится, я какой-то себе трансвеститный привет нарисовала, и это некрасиво. Что ж, вот какой макияж у нас по итогу получился. Да, он получился яркий, конечно, он получился очень контрастный, но в этом макияже я постаралась задействовать, как бы, знаете, смесь корейских тенденций и европейских тенденций и показать, как это все может выглядеть. Обязательно напишите в комментарии, видите ли вы разницу, если видите, то какая страна вам нравится больше. А также напишите в комментарии, если вы хотите видеть видео о корейском уходе и европейском уходе и узнать, в чем же они отличны. И я надеюсь, это видео вам понравилось, ставьте ваши лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч!